Ребята, я первый раз вообще в таком музее. Не могу пока ничего комментировать. Буду идти показывать, почитаю что-то, расскажу глубже. Так, это значит, тут был бригадир, наверное. Лампа. Класс. Курточка, 10:30. Люди на работе. Это их ящички были. Столик, лампы. Там сидел бригадир. Это стол принятия пищи. Стулья, блин. Ёлки-палки, вы посмотрите. Это безрукавочка. Каминчик, которым они обогревались. Пульт. Лекала. А вот это от вычислительных машин. А было, блин, представляете? И чемоданчик. Ну, пошли в этот, в цех. Огромный швейный цех. Я почему-то себя представляю, что я тут работаю. Это кислородный. Доска. Передовиков, наверное, или что они произвели. Глянь. Станки. Тут что-то, ткань, боже, какая красивая. Боже, хочу ее взять себе чуть-чуть, желтенькая. Вот ткани, которые производили. Вот это. Нитки. Ткацкий какой-то станок. Вот, видите, что он делает? Вот эти ниточки. Вот. Класс. Это просто что-то нереальное. Надеюсь, кто-то придумал такое. Нитки. Taka nasza prośba, proszę Panią, że niestety osnowy nie dotykamy. Tkanina i osnowa nie lubią dotyku. Dziękuję bardzo. Wybaczcie.
как бы его выставляли сюда. Сделали мне замечание руками, чтобы я не трогала. То есть так у нас напоминал фабрик, там же стало уже не единичный материал, а не это там, а не только там. И все ниточки, шелковые ниточки. Там рулоны бумага, рулоны с тканями. Нитки. Класс. Ой, блин, я никогда такого ранее не видела. А тут можно было разобраться, представляете? Это надо было все нитки куда-то запустить, чтобы они правильно между собой запутывались. Класс. Человек заглядывает, ему интересно, что тут происходит. Мне было бы интересно. Рулоны бумаги, ниток. И тут вот видите, какой рулон ниток стоит, вот огромный. Прям вот огромный. Бухта, прям бухта с нитками. А здесь такая веретено маленькая. И получается вот такая ткань. Я на обратном пути вам покажу, что тут. Вот еще. Это вот такой коврик плетется. Вот такие. Ну, это технологии, я не буду о них читать, рассказывать. Потому что я не очень поляк. Тут рассказывают историю. И вот это вот виды тканей, которые делали, я так полагаю. Это виды тканей. Очень прикольно. Прикольно, прикольно. Знаете, какая? Классификация Влокин Чемежнич. Это нити, я так понимаю, классификация нитей. Пройдем уже, посмотрим, конечно. Стараюсь осмотреть глазами полиэстер, полиамид. И так далее. А натуральные ткани. Ой, асбест. И вот еще масса машин ткацких. Пожалуй, это тут это самая большая такая, ну, как бы ценность. На что тут посмотреть? Именно на виды ткацких машин.
вот эти вот штукатурка держат, держат нитки, бухты с нитками. Тут что-то такое. Ниточки. Наверное, людям, которые занимаются портные, либо придильщики, как это называется? Как профессия называется? Ткачи, ткачиха, повариха. Баба Бабариха, наверное, им было бы интересно это все увидеть. Это древняя техника. Ой, это что-то такое маленькое. О, класс. Кукла. Я так полагаю, делали одеялка детские. Супер. И тут какой-то... Я не знаю, что это такое, но это что-то такое колючее, типа как наждак какой-то, он то ли что-то чистит, то ли что-то щипает. Здорово. Так, выходим. Идем дальше. Круто. Yeah.